сижу в разведке. Вот. Если идет какая-то группа на меня, противник или, ну, неважно, идут люди, я его окликаю. Кто ты? Если это не окликается, то есть это противник, да? Я подаю знак, что это противник своим, то есть чтобы они были готовы подавить его огнем. И начинаю, открываю огонь. Если же это свои, я их сопровождаю, то есть, ну, даю знак тоже своим сзади с госпиталя, что это свои, это раненые, и надо пропустить. И тем самым прикрываю им тыл, чтобы в спину им никто не выстрелил. Командир! Улыбнись, вас снимаю. Пациент есть! Хорош! Валя, лежи! Кровь потерял немного. Бежай, Рональд! Ай, баба! Подраздел ты какой? Тяжело в учении? Легко в бою. Взяли! Пошел, пошел, ниже и бегом, ебать! Бегом, бегом, бегом! Кричи, 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 ты же раненый! Зараза! А вы кто? Камень убили. Сепаратист. Блин, как же вот так? Дыхание есть, да? Учиться, учиться и учиться. Ниже, 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 ниже. Да. Слева сепари прикрой. Да, да, прямо там. Раненый есть! Я и медик. Дистанция. Еще пилите, пилите. Всегда есть чему учиться. Очень полезно, очень много полезного, очень много такого, что можно использовать в боевых условиях. Эти курсы очень полезны. Нас учили тактической медицине в течение 5 дней. Конечно, мало, но даже в таком объеме, то, что было дано, очень полезно. Валерий. Да. Службовец сборных сил Украины. Wait for some more simulators to get over there to help you. Позывной док. Курсант, врач. БТУ занимаюсь тем, что помогаю тренировать некоторые группы, то для меня это было важно, чтобы посмотреть подачу материала у натовских инструкторов и изучить более подробно содержимое рюкзака третьей ступени. Ну, для меня важно научить всех, кто идет туда, оказанию первой помощи. Все, погнали. Ногами помогаю, все. Вот так вот. Надо бросать курить. Я 30 лет курил, бросил. Чувствую себя хорошо. Да, 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 давайте. Молодец. Да. Будь ласка, у всех командиры, у всех групп, подойдите сюда. Патрик Челью, руководитель группы инструкторов проекта Медсанбат. It's only, unfortunately, it's only 5 days. It's basically designed for the military. But we train volunteers, civilian, everybody, because everybody needs to understand the equipment and the techniques or the procedures that we utilize in the field out here. На жаль, він займає тільки 5 днів, і по суті він розроблений для військових, проте ми навчаємо волонтерів і усіх, хто хоче навчитися цьому, тому що всі мають розуміти, які техніки і сприлади ми там використовуємо. That's why it's very important that all these people, regardless of their skill levels, are involved in the training. І тому дуже важливо, що усі ці люди, незалежно від рівня їхніх навичок, приймають участь у цьому тренінгу. Джейсон. Інструктор Джейсон працює на станції евакуації.
So I think the training helps. Поэтому мы верим, что эта тренировка очень сильно помогает. I think we should try to get more and more people into the trainings. Мы очень хотим как можно больше студентов натренировать. Он был служил в американской армии. I've used scenarios, stuff we've seen out in real life. Мы используем специальные сценарии, которые ситуации, которые случались в реальной жизни. And then transferred it over here to teach. И в принципе использовали эти реальные жизни ситуации для тренировки.